Строительство духовного центра имени пророка Иссы, мир ему, продолжается. Самый крупный ее объект – мечеть. Сейчас там идет установка ворот. Всего в мечети предусмотрено 17 входных групп. Крупные по своим размерам двери скоро начнут обшивать термодеревом. Своим внешним видом, по словам специалистов, они будут похожи на входные ворота мечети пророка Мухаммада, мир ему и благословение, которая расположена в Медине. Поставили задачу 17 ворот изготовить. Наняли на работу 10 человек, всего 4 бригады. И, значит, в течение 4 месяцев изготовили. А сейчас дальше уже этап установка, пескоструйка, грунтовка. Вот сейчас идет, одни ворота осталось установить. И сейчас идет процесс пескоструйки, грунтовки. Особенность этих ворот, что они размером нестандартные. 6 метров высотой, 4,80 шириной. И вот это своя специфика. Ворота очень мощные, по структуре своей тяжелые.